Хай, Джейс, это Diamond RP Amber, 4-я серия. Погнали! Чуваки, в этой серии я хотел бы отправиться на лесопилку. Так, давайте посмотрим, сколько мне осталось до второго левела. Статистика игрока. О, 5 из 6. 5 из 6 осталось, так что, возможно, даже сегодня выйдет серия по водителю автобуса. Или какой там, какая там вторая работа, я до сих пор даже не знаю, не смотрел ничего. В общем, сейчас отправимся на лесопилку, полесопилим там, поглядим, что там, да как. Везет нас вот такой вот угарный автобус, автобус угара. Вот мне вот интересно, почему, вот я смотрю госновости. СМИ. Напоминаю, что проходит собеседование в мэрию. Какое имеет отношение СМИ к мэрии? Блин, я вот не понимаю. Ну ладно. Не будем там про них что-то говорить, а поедем уже на эту лесопилочку, попиляем там себе что-нибудь. В принципе, попался клёвый пацан. Выставил цену $5. Ну вообще, прям от души. Я даже скажу спасибо тебе, Сомеквелло. Да, такой ник. Сам Маквелло. Ладно, пофигу, едем туда и вернемся там. Ну шо, вот мы, короче, подкатили сюда. Я такой, батька, выхожу. Hello, people, давно не виделись. Погнали строить. Ой, блядь, строить. Пилять, короче, дрова, досочки. Все такое. Здесь, да? Да. Вот так вот я переоделся, как батька. И теперь можно поработать. Ха-ха. Давайте побанихопим туда, к этому месту. Посмотрим, что тут. Я вроде помню, что тут довольно-таки прибыльно платят на этой, на лесопилке. Блин, я только встал, еще голова не очень варит. Так что, если что, я буду говорить чушь. Как пилять тут? Ага. Надо просто становиться на чекпоинт и стоять там, ждать. Я загрузил 100 килограмм, везите тележку с дровами на переработку. Это, походу, я читаю, много слишком загрузил 100 килограмм. Или это так всегда 100 килограмм? В общем, не знаю. Ну, это, я думаю, это клево, если я загрузил 100 кг. Так, вот, воу, конвентер какой. Конвентер. Так, вот, мне дали 80, дали, блядь, мне дало 80 баксов за то, что я вот это вот все сделал. Давайте попробуем еще раз. О, смотри, я подошел, и оно, короче, сразу устало, а в тот раз надо было немного еще покрутиться возле этой шняги. Да. 100 килограмм, а, все, тут на постой, короче, 100 килограмм ты загружаешь. И все, и отвозишь по 100 килограмм, и тебе за каждое вот это вот, то, что ты отвозишь, по $80 дается. Ну, в принципе, не знаю, не знаю, на шахте вроде бы быстрее я заработал $150. Ну, тут, в принципе, тоже выгодно, если не бегать вот туда вот далеко, а где-то здесь, если попадаются чекпоинты, то это, конечно, выгодно. Ну что ж, давай вот это вот несем, отвезем, оттянем туда. И ускорим, чтобы это, короче, поработать немного. Ну, в общем, я думаю, ну, чтобы, короче, еще немного поработать. Я что думаю, вам, пацаны, не будет интересно смотреть, как я вот это вот тягаю так. А так я, короче, ускорю, и все будет нормально, чики-пики, пики-чики. Ну что, слушаем музыку и смотрим на вот этого, блядь, индуса в красных очках, прям как я. Ой, блядь, очках, наушниках, сука. Ой, блядь. Я такой, блядь, как убуханный чувак. Отвечаю. Я только встал, это вообще пизда. Ну все, короче, давай, погнали, ускоряемся.
Ну чё, пацаны, вот я так немножечко поработал, перетянул 7 тележек, 56 на 8, да, 6, 7 тележек, и теперь посмотрим, что я за это, как я это все буду делать. Вот, обратно возвращаемся сюда, становимся на рубаху. О, сразу даются бабки. Это клево, то, что сразу даются деньги, когда заканчиваешь работу, не так, как в этой, как его, в шахте зачисляется на банковский счет. О, меня хотят куда-то отвезти на байке бесплатно. Куда? Давай к банкомату. Артём Флэш, Фрэш, спасибо, чувак, за то, что помогаешь. Давай, подвези меня по-братски на банкомат. Тогда в СФ. Ну, поехали. Ну вот мы приехали к банкомату возле автошколы. Сейчас я посмотрю, что тут. Блядь, заебали мажики. Нажмите Alt. Информация о счете. 766 баксов. А, снять деньги. Давайте 700 снимем. Я богатый, у меня 1300. Да уж. Богатый-богатый. Ну что ж, ребят, я на этом, думаю, можно закончить. Серия вышла такая про работу лесопильщика, лесовальщика, лесопопилку, лесопопку. А я буду ждать, когда я получу второй левел. Это будет через 19 минут. И я не знаю, может быть, попозже, часика через 4, через 5 запишу серию по водителю автобуса. И вы снова меня услышите, когда я уже буду не сонный, когда я буду нормальный, адекватный. Ну, я, в принципе, всегда неадекватный, но, блядь. Короче, чё за херню я несу, ребят? Это был сервер Diamond RP Amber, это была 4-я серия, она была посвящена работе лесопилки, работе на лесопилке, и всё. Вот и все, в принципе, да. Я недоволен работой на лесопилке, я доволен работой на оружейном заводе. Я могу вам сказать до свидания, но я вам не скажу это, потому что я скажу, знаете что? Adios amigos, пацаны, до новых встреч через, блядь, часов 6.